Хочу поделиться покупками. Конечно, куда же без тебя, Мурзик? Брюська, ну что ты на меня лезешь? У нас тут, видишь, какой бардак. Свабью скоро. Свабью. Сейчас нет, видео выйдет попозже, получается уже после, потому что у нас с трафиком, с интернетом вообще никак не лады. Я сижу через модем, то есть вообще, ну, короче, там поломка. Мурзик, дай я сниму видео, а ты иди, иди давай. Давай, давай. Так, купила я сестре, ну что такое, вот, клубнички, как они отрываются, да, записные. 10 лет моей сестричке. Брюсечка, кусаться не надо, Брюсечка. Брюсечка, давай. Брюсечка, свали давай отсюда. Вот такие красивые закладки. Бог ты мой. Вот такие вот красивешные закладки. Кошечки. Вот на Брюса похож. Магнитные они. Офигенные. 130 рублей. Отойди, пожалуйста. Давай быстро. Что ты мне подмигиваешь? А, жопу всю вытаращил. Что такое? Брюс. Опять лезет. Толкает руку. Так, все. Вот такой блокнот скупила ей. Повезу в Калининград. Супергерл. Вот. Жвачки видела Ловис. Вспомнить детство. Так, это Ксюша. Я ввести буду. Сейчас покажу, что себе купила. Брюс! Не... На, вон. На, вон, туда. Брюс, сиди на месте. Только сейчас что-нибудь достану, опять начнется. Следующий пакет, бижутерия. Значит, я расписываться решила с таким ободком. Одену сарафан свой новый, совершенно нового, никуда не одевала еще. Вот, этот ободок стоит, видите, 900 рублей. Ну, хорошее качество, ничего не скажешь, очень красиво. Это такой, потом другой, как венок, что ли, да, как назвать. Это я мужу покажу. Вот, он не как ободок одевается, мы решим, как что. С другой стороны, не, ну это оранжевый. Все-таки. Может быть, с чем-нибудь носить. В общем, взяла две вот такие штуки. Вот, 250. Блин, я думала, 180, кошмар. Далее, сережки. Значит, к этому ободку, то есть на регистрацию я буду в розовом. Я взяла вот такие сережки. Так. Как правильно. Очень громоздкие. Ну, я люблю громоздкие. Что тебе там в пакете нужно? В сумке, точнее. С такой сумкой я хожу. То есть мне очень удобно. Ну, в общем, они вот такие вот, видите? Началось, началось. Нельзя! Брысь! Нельзя! Вот такие. Красивые. Очень красивые. Очень длинные такие вообще. Жесть. Вот моя рука. Сзади вот так. Вот. Далее. Блин, у меня вывалились пакета. Что за продавщица? Все потрепалось. Изначально я приметила вот такие. Вот видите, здесь рисунок, дама нарисована. Вот такие я изначально вот под них. Может быть, скорее всего, я их и одену. Мне кажется, оно так красиво будет смотреться. У меня вот вторая. Растрепались. Надо их намочить, наверное, они. Может быть.
не отдает как-то. Не берет. Ну, в общем, здесь девочка нарисована. Вот эти штуки стоят 350 рублей. Вот что я сейчас держу. Вот эти 500 рублей. Вот эти вот большие. И, естественно, я не смогла пройти мимо. Взяла еще, но только немножко другой дизайн. Блин, не соединены, что ли? Ну, вот эти вот, которые сейчас в моде. Такой березовый, что ли, цвет. Ну, тоже наверняка вы их увидите у меня во влоге. Каком-нибудь я их одену. На это на повседневку я взяла. Хотя повседневно надо носить, конечно, золото или серебро. Да, Брюська? А? Кукусечка мой, зайка. Не могу без тебя, так тебя люблю. Брюсечка, что, чай будем пить? Скоро папа придет с работы. Может, тебя пойти помыть под водичкой холодненькой? Ну, тепленькой. Пацаны любят, ну вы видели. Был запрос, я вам сняла, как Брюс купается. Да, Брюсик? Магазин «Эконом», это я ездила за результатами, как его, рентгена грудной. Купила себе вот такие ананасовые палочки, очень люблю с чаем. Ой, классно. Вот, 96 рублей. Потом рыбные котлеты и сердечки. Хочу сердечки обжарить. И сметана, я не знаю. Блин, забыла молоко купить и пюре сделать. Вот, ну и рыбные котлеты пожарить. У меня малина. В общем-то, вот малина, которую брат передал. Она была заморожена, поэтому как пиздейки. Все равно вкусно. Далее. Я купила вот такую бадью палочек от фирмы «Я самая», ватные палочки. Классная упаковка, очень удобно. Себе мыло, да, для бритья с гранатом. Взяла первый раз, это новинка, по всей видимости. Зубную пасту. Forest Balm какой-то. Курс полного и глубокого оздоровления десен в период обострения кровоточивости и воспаления десен. Лесной бальзам. Вот. Вот так вот. Мне, конечно же, надо было тоналку. У нас все-таки на вечер, как ни крутите. Так, жвачка Орбит. Мыльницу купила. На витрине она стоила 20 рублей. В итоге вот. В каком-то веке я купила себе мыльницу. Так, купила вот такой набор от Пальмолив. Термоспа, обновление кожи, гель с экстрактом кокоса, масло жожоба, плюс интима. Боюсь, на самом деле, я же только лактоциду доверяю. Ну ладно, думаю, возьму, попробую. Просто на ромашка. Естественный баланс гипоаллергена. Какой у нас тут состав? Вот что меня интересует. Дозатором. Ну, понятно, что с дозатором. В общем, что-то я тут видела. И содержит мыло. Ладно, в пустых банках вам расскажу. Ну да, ромашка вот нарисована. Попробую, но мне кажется, мне с молочной кислотой надо. И то. Вечно у меня какие-нибудь там проблемы. Это вот так вот. Далее. Вот он мой помятый результат рентгена. Пожалуйста. На рентгенограммах грудного отдела позвоночника определяется скифоз. Неравномерное снижение высоты межпозвонковых дисков. Субхондральный склероз замыкательных пластинок. Элементы дужек. Заключение остеохондроз грудного отдела первой стадии. Первой стадии. Мне кажется, у меня уже все там... Последнее. Не дали мне. Зачем я пошла это делать? Мне нужны снимки,
К мануалисту. Почему? Потому мне и дала направление невролог. Она мне не отдает эти снимки. А мне нужны снимки, как я к мануалисту пойду. Он же должен где-то смотреть что-то. А теперь я должна опять пойти. Понимаете, что у нас за страна дебилоидов? Должна опять пойти к неврологу, чтобы она теперь мне написала сама. Я разрешаю дать девочке снимки. Вы представляете, что за пиздец просто? Бюрократы херовы. Невозможно просто. Ну, вот так вот, да, я заругалась. Так, это у меня Ревгош. Зашла я сегодня Ревгош. Сейчас покажу, что я купила. Вот, помада Max Factor. Спасибо. Песня. Она красная. Ruby Tuesday, 715. Я ее, наверное, маме отвезу. Она любит красные. Не знаю. Ну, оттенок вы видите, офигенный. Вот такая от Max Factor. Дальше Max Factor. Это у меня... Как он называется? Маскирующий крем-корректор, да, под глаза. Помогает маскировать темные круги под глазами. Вот, для этого я его взяла. Вот, смотрите, Инди 303. У меня... Не фокусируется. Ну, конечно, а зачем фокусироваться-то? Он все равно не хочет никак. Ну, я вот вам говорю, это Инди 303. Далее тушь. Девочка-консультант мне сказала, что это тушь. И дает объем и удлинение. Я ей поверила и купила. Уже 100 лет на давности лежит там, капец. Черная, black. Так, Madden Ireland, Ireland. Так, сейчас я вам почитаю. Тушь для ресниц. Содержит смесь нежнейшего воска. Да, она сказала, что она очень хорошо для ресниц. Там какие-то воска и питательных веществ. Увеличивает объем в 2 раза. Результат густые, небольшое количество туши. Густые, пушистые ресницы. Аккуратно нанести. Про длину я ничего не прочитала. Зачем только я поверила ей. Вот такая кисточка. Вонючая какая-то тушь. Так, далее. Конечно же, я не смогла пройти мимо. Всяких причиндалов. Вот Planet Organic. Бадья вот такая. Это натуральная грязь Мертвого моря. 5 вариантов прямого применения. Это маска при падении волос. И против перхоти, пилинги для регенерации кожи, маски для лица, для очищения кожи, обертывание против слита, обертывание для тонуса и омоложения кожи. Потому я ее взяла, тяжелая очень. Вот. Сейчас мы ее откроем. По всей видимости, она у меня треснула, смотрите. Походу. Сбоку, наверное. Где-то вывалилась. Но я уронила, да, сумку. Ну да, прям такой, знаете, пилинг есть, ага. Да-да-да. Да-да-да. Сейчас воняет. Представляете, натуральная грязь какая-то. Меня муж охереет, скажет, ты грязь домой приперла. Вообще пипец. Вот такой кошерный продукт. Да... Следующее, последнее, что я купила в Ревгоше, это, естественно, тоналку. Это то, зачем я шла, купила я себе Max Factor. Все, не могла понять, что купить. Могла и Шанель себе купить. То есть они мне на Шанель поперли. Ну, что-то я как-то подумала, что я должна 3 чем-то тысячи отдавать за какую-то тоналку. Мне оно нафиг надо. Оттенок у меня, я не знаю, здесь написано 41,74. 30 миллилитров. Все вы знаете, что я не очень... Ну, мой канал, в общем-то, мало мне декоративки, но вот, потому что у меня свадьба, и поэтому мне, конечно, надо это все тонировать. Причем мне тональная основа. Фасифанайти, ал. Ну вот, в общем, надеюсь, что вот эти штучки подойдут. Вроде бы так подходит по оттенку. Вот.
Вот такой вот у меня максфакторский набор. Можно было, конечно, купить еще что-нибудь. Например, я думала, все думала купить либо тени, либо купить, как ее, румяна. Ну, румяна у меня есть, это Reflame шариковый, поэтому что-то как-то думаю, ладно. Ну, скорее всего, маме подарю. Думаю, что будет хорошая помада от Max Factor все-таки это. Да. Вот. Это вот, в общем, я вот такая вот на регистрацию, да, нашего брака. В таком образе. Может быть, конечно, не очень, но мне кажется, ничего, не неплохо, в принципе, да? Да. Ну, это же, как его, ресторан у нас на другой день, поэтому, да? Вот. Матрешки. Матрешка моя. Все, пока-пока. Так, девчули мои, вот такие вот ноготочки мне нарастили. Ну вот он, дизайн. С, как сказать, не знаю, с камушком, да? А вот, как все получилось у нас. Это вот эта рука, но это естественно. Единственное, что проблема она сделала, зачем она вот так на бок, я не заметила сразу. Нарастила мне сбоку камень, теперь он не раздражает. Это правая рука. Еще мне не понравилось, как она сделала мизинец. Не люблю я это дело, слишком долго нужно сидеть. Поэтому я уже сижу, уже все быстрее, быстрее. Называла на дом. Так что все это сделала мне на дому. Шутки, мизинец толстый сделала, блин. Хотя фиг его знает. Ну, тебе хорошо она сделала, такие я и хотела. Или вот эти. Вот такой бардак у нас, кошмар просто. Вот, сейчас она только проснулась. Бордель-бордель тоже. У меня цветы стоят. Сегодня у меня день рождения. Что они попадали. Надо поменять воду. Вчера я вечером меняла. Это беленькие местные наши. А это вроде как это Голландия или что, розовый. Вот такой цвет. То есть, полотенце валяется, все валяется. Сегодня 7-е, у меня день рождения, 7-7. Тут наша обувь свадебная. Вот такой у нас бардак, у меня тут чайник. Это круг от торта. Деревяшка, которую обязательно нужно будет отвезти. Ну, пригрозили. Пончики вчера мы привезли. Так, это камера вообще, даже не хочу ничего смотреть. Мне так стыдно, не знаю. Ну как? Просто такая невеста у нас, Вилла Бланка, это я, это у нас мой муж, Дуг де Вальмер, вот, это наша. Так вот, сегодня 7-е, мы вчера ночью приехали, 6-го, вот такой бардак, то есть 5-го была свадьба. Это вот я уже очередное купила в аптеке, по-моему, 4-го. Китарол, оби, все для этих дел китарол, потому что бускопан покупала, вообще никак не помог. Фирный уголь уже выпила. Ой. А тут я эти резала, вот видите, такой срач у людей, которых после свадьбы. Так что поэтому... Вот они, наши бокалы заветные, вернулись домой. Все это надо будет помыть. Так, мартини остаток. Я его не пила, естественно. Совсем чуть-чуть. Не видно. Так, нарзана 2 целых. Хипатова муж уже выдал 2, блин. Это дархун он выпил. Потом коньяк. Лезгинка называется. Офигенный коньяк, все его хвалят, не из дешевых. И Кизлярский коньячный завод, государственное унитарное предприятие, 1882 году основания, Багратион, вот. Кстати, есть улица Багратиона в Калининграде. Мне ее вот дали, сказали сделать маски для волос.
посоветовали. И я хапнула водку на рас... Ой, господи, тут я туфли наступила, боже. Кошмар. На растирание всякие, то все, но мы так подумали, что можно отвезти моим родителям, когда мы поедем. Это в Ставропольское стрижемент, водка с серебром. Действительно, да, здесь есть серебро, вот оно. Знак зодиака рыбы, что ли. Очень такая красивая упаковка. Папа у меня, в общем-то, пьет водку, поэтому лучше бы, конечно, не пил. Одно время он то пил, то не пил. Все, когда нервы, начинаешь пить и курить, в общем. Вот. Да, Брюська? Все, теперь мы семья. Государственно, официально, не так? Да, кукусечка? Все, сынок? Волосатый. Магазин «Вершина». Мне времени туда-сюда. Купила салат. Как он тут называется? Ева. Мы такой уже покупали, мне очень понравился. Вкусный. Это так, на стол. Потом я, ну, скорее всего, мужу это я взяла. Голубцы. Потом оливье. Да, просто оливье. Ну, без оливье, я люблю оливье. Так, это я воду покупала. Невозможно ходить. Купила мыло для пяти парслие. Ваниль. Вот он. Сколько здесь грамм-то? Маленькое такое. Ручки мыть. Блин, давайте мы с вами посмотрим. 12, вот. Чё? 90 грамм. Так, себе сейчас чай попью. Сейчас из котлетки растягаюсь яйцом. И котлеты по домашнему замороженные тоже пожарю. Ну вот. Ты что, тут кушаешь, что ли? Ням-нямка. Такие розочки мне подарил мой зайка. Яркие-яркие, такие классные-классные. 15 розочек здесь. На день рождения, в смысле. А, блин, очень рада. Цветы мне очень понравились. Мне нравится то, что они такие переливные, такие красочные. Когда он приехал, говорю, покупал, что их только привезли вчера. Так что пахнут очень вкусно. Вот, высокие. Эти почему-то, что на свадьбе мне подарили, они как-то поникли, я уже и аспирин туда бросила. Не знаю, подрезаю, воду меняю, что-то как-то не то. И вот эти тоже на регистрации, ну, конечно, ну, вот они как-то... И все. И все. У нас покупки в очередные в магните. Это не в магните мы купили, это гиро. Сейчас чаем попьем. Дома целый день не было, поэтому ничего не приготовлено, поэтому сейчас чаем перекус. Так, масло, подсолнышко, спрайт. И потом святой источник. И себе взяла вкуснотеево, питьевой йогурт. Взяла в первый раз, всегда на такое не пробовала. Вкус от этой фирмы. Я взяла с черникой, 100% с черникой написано. Так, акция потом, томатный сок, фруктовый сад, 2 балла, говорю, большую упаковку. Так, хинкали, девочки, потом соус чесночный с пельменем из мяса и птицы, в общем, чесночный соус, ну это вот хинкали, да, и я взяла попробовать чай от Липтон. Black Tea, благородный и изысканный черный, господи, черный чай, бергамотом или пескаметику. Блин, а я вроде белый брала. Не поняла. Капец. Попробуем, ладно. Все снимаю. Купила себе 3 резинки, смотрите, наконец-то. Что-то я про них забыла, вот эти проводки, шнурики. Раньше телефоны, да, у нас были. Они такие классные, такие яркие, вообще бомба. Такой нежно-нежный. Надо будет сестре тоже взять, будет отвезти, когда ей подарить. Блин, не знаю, мне так нравятся. Классные. Дальше. Весы купила домой. Что-то на них смотрела. Думаю, возьму-ка я, пусть будут. Здесь всего у нас получается 1,12 кг.
Вот. Так, это журнал. Журнал мебельный. А, просто мебельный зашла. Не знаю. Мебель такая вся дорогая, сами знаете. Это я не знаю. Когда там мебель будет, неизвестно. Так, очередную скатерть купила. Выбрала такую. Вот такой веселенький нежный цвет. Когда я ее расстелю, я вам уже на столе, конечно же, покажу чуть позже. Вот сейчас, может быть, в этом влоге, скорее всего. Он сказал, что здесь метр, что-то на 1,40 м. Думаю, будет нормально. Потом дощечки на гибкие доски. Но не уверена, что они будут, что, мне кажется, они очень быстро порежутся. Ну, поглядим. Здесь вот, видите, 4. Красная, зеленая, желтая. Фиолетовая. Открывать, не открывать. Хочу ее потрогать внутри. Мне кажется, она слишком тонкая будет. Но... ладно. Потом расскажу. Дальше. Наконец-то я купила поднос. Знаете, как молодожены, ни посуды, ничего нету. Поднос, это, знаете, арбуз есть. Это есть такое чеченское блюдо, оно же украинское блюдо, как галушки. А, забыла, как по-чеченски, но... сейчас меня, если посмотрите, я, ну, напишите мне, если кто этой национальности, что типа жижгалмыш, что-то такое. Я просто забыла, каждый день же на нем не разговариваешь, язык, в общем-то, я плохо знаю вообще практически, ну, по-русски же говорим, тем более в Казахстане прожили. И вот для этого блюда, потом для бешбармак на казахском, то бишь бешбармак по-русски, если... тоже пойдет вот этот поднос, да, как бы, но особенно для галушек. Ну, конечно же, это в основном я взяла для арбуза и на природу брать. Далее, девочки, меня можно поздравить, я такая рада. Вот они, эти штуки для потолочного карниза. Наконец-то я заказала тюль и заказала портьеру, да, то есть шторы. Сейчас покажу тюль, потому что она стирается, покажу вам ее разрезы. То есть от нее вот такую тюль я купила. Стоит она 750 рублей на 1 метр. Ой, бог ты мой, смотрите, что это. Это грязная такая штука, вот это. Кошмар, сейчас я вытру руки, подождите. Так что, наконец-то я, блин, наверное, женщины меня поймут тоже. Очень классно это подходит под скатерть, кстати, если так глянуть. Тут рисунок. Какая-то сторона. Рисунок больше коричневый. Он больше коричневый, да. Хотя нежный. Но вот, видите, это рисунок нежно-светло-коричневый. Ну, в общем, вот такая вот. Сейчас она выстирается, я буду вешать им. Конечно, все засниму, поделюсь, потому что тюль-тюль-тюль, шторы-шторы-шторы, тюль-тюль-тюль, шторы-шторы-шторы. Мучила мужа, и когда? Когда будут деньги, вот, и, в общем, у меня... Я побежала, положилась, пуфу, получилось, как бы... Ой, господи, заговариваюсь. Короче, в общем... Ладно, в общем, нашлись деньги, да, или там я когда отсобирала, и вот наконец-то я купила. Вот такую вот я выбрала себе штору. Эту штору, я не знаю, как материал, он такой нежный, нежно-мягкий. Эту штору можно вешать и вот этой стороной, и вон той стороной. Вот это очень красивое, вот это. Ну, я выбрала, то есть швеем понятно, я не понимаю вообще со всем этим... с метражами, с измерениями, ну, в общем, в моей жизни я все это в первый раз сталкиваюсь, вот. Вот это метр стоил 1250 рублей у нас, и я выбрала, значит, лицевую сторону, главную, это вот эту, светлую, вот такой рисунок, и он, в принципе, подходит под тюль.
Рисунок, я имею в виду. Ну, тюль, может быть, конечно, не очень подходит. Но ничего страшного, мы это переживем. И к этой штучке я купила, то есть я заказала одну стороннюю, то есть не на две части, потому что дверь слева, то есть мы справа будем закрывать. Ну, вы это все увидите. И, то есть, я взяла вот такого паучка, это собирать штору на магните. Думаю, что паук это будет классно, как будто ползет паучок. Так что вот так вот. Все, отоварилась, наконец-то доделываю, потому что невозможно. То есть, ну, мне как я сижу в комнате, женщина, как домашний человек, всякие недочеты. Вы заметили, что у меня нет тюли на кухне. Ну, до этого пока у меня пока я не насобирала, не отложила пока. Купить пока на кухню гардину и тюль я не могу. Ну, в общем, это выглядит должно вот так. Пока у меня не получается. Опять все размытое, но... Ничего страшного, доберемся и до туда. Вот в таком чехле я купила себе очки. Я очень люблю очки. Посмотрите, тут и как бы... Нет, здесь не блески, но просто оно как бы тоже поблестит на солнце. Они, конечно же, опять отзеркаливают. Вот. Вот такие штуки я себе купила. Очень классные, давно хотела кошачьи круглые очки. Ну, кота Базилио. Мне очень нравится. Вот у нас тоже они 1200 рублей стоят. То есть в магазине как бы такой. Не просто на рынке их купила, а там, где вот шторы я покупала в магазине, да, то есть там были тоже очки рядом. И я взяла себе какой-то рисунок. Какие-то сердечки. Да, да, это моя слабость, очки, это моя слабость. Тем более такие крутиковые. Очень, кстати, я давно тоже себе хочу, знаете, вот эти сейчас есть, они сбоку, вот эти цветы, которые на вот этой штучке, цветочки наклеены, очень много-много-много. Вот тоже эти очки меня привлекают. Так я, конечно, люблю шипами, такие всякими привлекают, не просто какие-то классические, а вот именно такого типа. Кстати, очки, вот они на мне специально, как же я не могу не снять. Мне кажется, они мне идут. Могло бы быть и хуже, но прикольные. Показываю дальше. Мы купили коту когтеточку. Наконец-то этот человек, Света, твою когтеточку, он ее ухайдохал, и он ее очень любит. Посмотрите, он ее очень любит. Отдай мне, это моя. Это моя когтеточка. Моя. Макса бьет хорька, любимая его игрушка с детства, он родился. Вот это его, да, твоя пикичка, твоя девочка. Вот эту штуку, вот мышку тоже я уже сюда повесила, в общем, здесь такая своя вот эта. Но пока он не играет и немножко пока тупит, потому что мы ее купили вчера, и он как бы еще не это. Зиму, мне кажется, он здесь будет спать. И вот здесь тоже, наверное, будет спать. Но сейчас жарко ему, спит на полу, да, Брюс? А, Брюс? Вот. Ну, знаете, вот если купить еще одну эту, то он будет ей очень рад. Ну, картонка по всей квартире разбрасывается. Это невозможно. Надо ее выкидывать уже, Брюс. Твоя. Да, твоя. Ой, думаю, мальчик. Брюс. Передай девочкам привет. В июле родился, мы тебе тоже подарок сделали. Че, лоток новый купили. Сейчас пойдем посмотрим лоток твой. Вот такой лоток, близко снимать не буду. Он просто большой. И меня раздражало то, что Брюс постоянно бумажки валялись, если бумажки. Если не бумажки, а обычный наполнитель, то есть вот этот древесный, то тоже он по всей квартире разносит. Короче, и он копает, и все на пол. Ну, надеюсь, что это мне как-то спасет более-менее. То, что бортики повыше. Пока я вам снимала, у меня тут все кипит, я забыла совсем. Я же собралась эти хинкали от покраски, видите, с бомбарда копать. А торт никогда есть не можем, лучше бы я на свадьбе его отдала. Не стирается тюль со шторами. Вот это все, кстати, съедобно. Но, блин, кто теперь это будет есть?
Фирма какая-то новая, туалетная бумага, Алмакс, я не знаю такую. Мелочи быта забыты, что-то туалетная бумага. И, походу, два слоя, но, походу, здесь нету. Хотела аромат, достала посмотреть, ну что, про аромат не написано, голубая какая-то. Ну что, дорогие мои, очередная стопка лекарств. Так, я себе купила шиповник. Сироп шиповника от фирмы «Природная помощь», отпускается без рецепта, 250 мл. Вот, БАД к пище. Состав сахара, вода, очищенный экстракт шиповника, премикс витамин, лимонная кислота. Источник B1, B6, BPP. Нет, ну такие штуки, это ладно. Это понятно. Дальше хлоргексидин тоже понятно, это антисептик. Аспирин тоже понятно. Температура, потом я их еще кидаю в цветы. Они у меня улетают, все их цветы кидаю в эти. Дальше, ацикловир при герпесе, противовирус, это тоже понятно. Все это ничего страшного. Муравьиный спирт тоже, это у меня стандартные как бы вещи. Потом... ципрофлоксацин, вот, 29 рублей, я о нем уже снимала видео, это капли глазные при конъюнктивите, ну, я их просто глаза очищаю, чувствую, что начинается конъюнктивит, а после туши, вот у меня бывает грязь занесенная, после дачи, после природы, должны быть дома, это тоже все, это так, потом, блин, левомицетин, что она мне дала тут? Я что-то не пойму. Это что, капли глазные? Хлорамфеникол. Боже. Тогда я первый раз девочки увидела. И как же таким капать? Бог ты мой. Купила на свою голову. Господи, как в советское время. Тоже, короче, я этими... глаза мы капаем, я там или мужу, когда у него что-нибудь попадает, например. Вот. Далее. У меня болит шея, но это мышцы, все понятно. У меня воспалился лимфоузел, уже достал, болит, болит, болит. Грамидин с анестетиком, так, взяла, что ангина. Сейчас времени нет болеть, поездки, то все, нужно как-то и вот этот. Потом... Барбарис комп и оф малыш, показания комплексной терапии, гипертрофии аденоидов, хронического тонзиллита, ангин, это вот миндалин, да, состав непонятнейший, вот, это... вот. Потом гомеопатический препарат взяла я, это для миндалин как бы, вот они таблетки. Буду принимать. Потом хлорофилит. Полоскать горло местно, наружно, внутренний рассор для приема внутрь. Кстати, я там читала, что его можно во влагалище, по-моему, при эрозии шейки матки. А эрозия шейки матки, сколько мы знаем, тоже у многих женщин, если не у всех хоть раз в жизни была, или вообще люди да, раньше так у меня с ней жили. И вот для лимфоузлов гомеопатическое средство 470 рублей, лимфомиозид. Еле нашла, девочки, в 4-й аптеке рядом со своим домом. 20 капель, растворить 10-100 мл воды раза в день. Вот. Это для лимфоузла. И плюс еще это средство. Оно, во-первых, хорошее, его хвалят, но принимать нужно несколько месяцев. И плюс это средство еще очищает организм. Вот. А состав фиг поймешь. Ну, то есть эти Вероника, Мироника, вот эти всякие, не на русском написано. Достал мне этот лимфоузел. Тоже, блин, проверять надо. Он же давно у меня. Я его с горлом как мучаюсь, так и лимфоузел. Да, лимфоузел. Ну, вот, лимфоузел меня бесит. Это вот по этой теме. Так, шиповник попить, что ли, налить? Так, магазин «Вершина». Называется мув. Катя, как всегда, приспичила этот. Как это называется? Ну, вышли, выйти погулять и этот. Че ты там выглядываешь, а? Я не пойму. Вышла вечером погулять и деньги спустила. Так, зубная паста Лакалют. С альпийскими горными минералами.
Укрепляет эмаль. Вот для чего я ее купила. Чай Ахмад Ти, зеленый клубничный мусс. Так, вдохновение любимое. Пирожное. Значит, здесь у нас шампиньоны по-корейски. Потом салат вкусняшка. И салат винегрет. Жвачка. Орбит. Ягодный микс. Все, кажется. Офигеть. Сейчас чай будем пробовать. Так. Вот такие покупки у нас в магазине Магнит. А у тебя там что, в черной сумке достанет, что убрала? Арбуз, картошка. А, далее. Это у нас что? Кувшин. Да, кувшин взяла. Хоть пластиковый пока. Так, мастер блеск. Губки универсальные 5 штук. Сгущенное молоко. Дальше это у нас Glade. Устранение запахов, аромат, дизайн, свежесть белья. Вообще при мне лучше не включать, когда потом, а то я буду задыхаться. Эта штука у нас что такое? Стрейч пленка. Она такая большая. Вообще пыпает. Корм. Сколько таких штук? Много? Ты взял? Молоко, виноград, майонез, сметана. Может, ты пойдешь, пройдешься, как бы это, для мытья посуды с ручкой. Так, оладьи с пылу жару. Домашние 280 грамм. Это брюсу. Брюс. Томки. Зелень. Ой, вывалилась вот такая штучка. Губка плетеная. Потом заправка на борщ. Очень мне нравится для борща, да, от Маги. Так, 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 так. Это у меня носки. Такие вот. Трусики. Интересно, сколько эти трусы стоили? Надо посмотреть. Такого хорошего качества. Дальше. Носков двое было вообще-то. Шоколадка. Вот это мы, конечно, 5000 там оставили. Да? Зелень. Дальше здесь я купила подставку наконец-то для кухонных приборов. Сушилка для столовых приборов. Металлическая. Так, корма, пакеты, мешки с завязками. Оп. Раз корм, два корм, три корм, четыре и пять. Вот таких три штуки горошек. Универсальная целлюлозная. Порошок Фанта. Далее. Арахис, морковка на суп, перец на суп, копченая курица, яблоки, мыло, киска, декоративное мыло Кот, номинальная масса у куска 90 грамм, это подарок. Потом Активия творожная, и это как ее, гречка. И тут еще котлеты по-киевски со сливочным маслом. Уже тают. Вовсю тают. Переходим сюда. Здесь томатный сок от фирмы Остров Калибри. Далее морская капуста здоровья без уксуса. Альпика, освежитель воздуха, антитабак. Нарзан. Классный, понравился мне. Правда, говорят, что они натуральные же.
капуста на борщ и свекла. И колбаса. Колбаса. Называется сервелат финский. Все, кажется. А, ну тут еще. Тут еще. Да Брюсу, смотри, Брюс. Кс-кс. Это им в лоток убирать. И домик Максу. Это уже зоомагазин. Брюс, смотри, какой домик. Вот такой домик. Вот, деревянный. Написано коттедж из древесины для морских свинок и так далее. И шиншилл, что ли. Вот он. Окошки тут дерево. Прикольно. Так, здесь у нас ваза. Это мне подарили. Опа. Вот. Не было вазы, хоть какая-то ваза появилась. Правда, она... Ну так, хрупенькая просто. Очень хрупенькая. Фу, устала снимать. Устала. Это остаточный тортик наш. Брюсечка, смотри, какой торт. Что прилип. Сама выбирала. А, Брюсечка. Вот это должна быть с этим. С фруктами. О, господи, мой ноготь. Окрашенный в этот. В маркер.